Нажмите сюда что-нибудь еще. Подостать нельзя? Можно. Просто, может, они здесь тоже что-то такое покрутились? Да. Сейчас подождем. Или они там будут? Ну, давайте там. Чем больше степень поглощения, тем больше дырок. Мы контролируем, что у нас изначально есть ДНК. Не только 260, конечно, нет, но тут вообще разные есть приборы, но этот берет 4 миллиметра. Будете обязательно. Вот, потому что время у нас очень мало. А уже часа, да, у нас. Вот, там я сейчас бегал через кофе, чтобы там подготовить. Потому что сейчас, очень... а, сейчас Лев Константинович возьму и директор, и прямо пойдем туда. Время-то очень быстро идет. Час встретите. А дни потом, После часа. Что после часа? А сейчас у вас час встречи, он же доверенный. Поэтому и чуть-чуть этот вперед пошел, он один, но единственный какой-то.
Второго получили телки. Двух уже случили 7 минут. Амбрам очень красивый. Это порода Ромни Марш. Мясошерстная порода. Буренка. Ух ты, буренка. Беж. Ребят, не крутите. Вот красивый вот тот баран. Вот. Беж. Ром. Рубяж. Борька. Борька. В основном из этих растворов в смеси готовим, поэтому... Перелей. Тогда он уже пипетмана нужен. Это попытка синтез вот этого дисахарина. Можно создать такую остановочку? Можно. Неудобно. И пятманчики. Ну и соответственно раскапывать что-нибудь. Давай работать, что ты мне не рассказываешь? Берем и пошли туда дальше. Так. Открывай крышку. Засовывай. Открываем крышку. Закрываем и уходим за меня.
Достаньте что-нибудь, закройте, да? Все, можно идти. Отлично. Можно, да, отлично. Все, отправляем, работаем. Кто за микроскопом сидит? Ну вот я. Ну не понимаешь, что, Галя, это же все стерильно, все хорошо. Ты меня с этой? Не работаем. Ну все понятно. Зажигай ее. Молодец. Ну, смотрите. Носите чашку. Холодильник, ставим ее. Да, отлично, поехали. Так.
пинцетом. Отвлечь. Давай, 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 работаем. Молодец, давай, о, отлично. Так, нет, еще не закончили. Да, все. Ну это... давайте я сейчас, а потом, если надо, вот видите, ему полностью забитый. Так, вы доставайте, вы доставайте, доставайте, что? Вот ампула. А, и все, открываем. Нет, не достаем, открываем. Нет, вытаскиваем вату. Да. Следующую вату. Достаем эту штучку. Положим на вату, еще одну достанем и обратно соберем. На вату можно положить? Ну, хорошо. Так. И обратно теперь туда можно засунуть. Не надо, разобьется же, не дай бог. Во, опускаем вниз. Отлично. Достаем. И то же самое все делаем. Так, она что-нибудь написано на этих фиговинах, а? Вот, он не тот, по-моему, другой нужно найти. Это другой, 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 другой ищем, быстренько, другой ищем. Вот. Оно? Да, все. Ну все тогда, значит, теперь закрываем. А как же лягушки все эти, они же на зиму замерзают? А, кстати, вот такой фокус, который демонстрирует, слушайте, допустим, по осадке, это на размороженном, не полностью замороженном, не полностью. Вот это опыт показывает. Не полностью? Нет, не полностью замороженное. Внутри она все равно, внутри остается уже не замороженное. Если бы чтобы сдохло уже. А мы, да, достаем, вот, допустим, перепелок, можем достать их, чтобы взвесить. Да? А можно потом взвесить? Можно, но, вы знаете, чтобы взвесить, мы должны найти знакомить с колпаком. Откуда вы хотели? Вот там, дальний. Справа. Отсюда что-то, да? Знакомить с колпаком, иначе они улетят. Они же очень прыгучие, даже летучие немножечко, я бы сказала. Поэтому вот яичко, которое они снесли. И на меня ее покажите мне ее. Разворачиваемся полностью лицом ко мне. Вы сами лицом ко мне. Правое крыло сломано. Посмотрите внимательно. Не, левое, значит, сломано. Я тут... разные. Самочки такие симпатичные грудки, горошки. А это нет. Так, и... Это она закричала? Нет. А по оси, вокруг своей оси ее поворачиваете? Не она, это те, которые в клетке, да. Шею он бородавка выросла. На горлышке бородавка, не видите, какая вон перепелка? Ну посмотрите же, какая бородавка под шею. Ну я понимаю, но тут что. Вы пальцами поднимите ей голову-то. Вот. Ну, пальцем. Нет? Вот.
Цыпа. То есть каждый будет, как будто...